Гвардейского района Санкт-Петербурга. Все его мнения Леонид Фредко, школа юридической надежды Санкт-Петербурга.
7 марта актеры школы олимпийской надежды Санкт-Петербурга Леонид Френко. Ему готовы сопернику по этому бою 14 лет. Он провел примерно столько же боев, 31. В 28 боях одержал победу. Он финалист турнира «Памятник Леонида Пивовара» прошлого года. А также победитель турнира «Памятник Ижорского батальона». У него второй юношеский разряд. Тренирует Леонид Ренат Тришев, а в этом бою секундирует Игорь Сидоренко и Юрий Козлов. Приготовиться к выходу в ринг плохой парень Сергей Иванов из Новгородской области и Степан Анажин из Курганина. Из Красного угла Никита Бахтов, спортивная школа Красногвардейского района Санкт-Петербурга.